Здравствуйте. Здорово. А я с России. Сочувствую. Ну да, бывает такое. Что вот не все сочувствуют. Еще тебя не забрали в это самое, в Украину умирать пока, нет? Да нет, не собираюсь дойти, как мясо. Ну, слушай, никто не собирается, а идут все. Ну, у меня маленькие другие цели. Неужели ты относишься к тем 10-15%, которые все-таки свою жизнь немножко больше ценят, чем вот это слепое подчинение продажной власти вашей? Путинскому режиму, которому, да, я больше отношусь к этому проценту, который не хочу идти на территорию, чтобы был оккупантом на чужие земли. Мне это вообще не стоит ничего. Потому что, ну, я считаю себя человеком, который я именно русский, а не россиянин, который смотрел зомби-ящика и должен идти на чужую землю и там что-то непонятно отстаивать за яхты Путина, Кабаева и так далее. Нет, я этого не хочу и не собираюсь. Очень приятно слышать разумные речи. Ладно, спасибо за хорошие слова. Пойду я дальше. Давай, счастливо тебе. Счастливо.